Праздничные скачки. Накануне на ипподроме конно-спортивного клуба «Зебра» прошли забеги на конях. Масштабное мероприятие было посвящено Дню единства народов Дагестана. О победителях и не только в сюжете Карима Даниева. На ипподроме конно-спортивного комплекса «Зебра» сегодня ажиотаж. На скачки в Махачкалу съехались наездники со всего Дагестана. Это масштабное праздничное соревнование стало уже ежегодной традицией. Дня единства народа Дагестана. Очень много гостей. В каждом забеге участвуют более 10 лошадей. Призы, кубки, медали. Весь Дагестан сегодня здесь. Всего в соревновании участвовали почти 80 наездников. Было проведено 6 заездов на спринтерские, средние, классические и длинные дистанции. Соревнования прошли в рамках празднования Дня единства народов Дагестана. Победителям и призерам вручили памятные подарки и денежные премии. Карим Даниев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.